Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости канала M-Games. С вами Андрей Броский. И Анюта. И мы празднуем 1000 подписчиков. Да. 1000, друзья. Огромнейшее спасибо всем, кто подписался на канал. Спасибо за ваши просмотры и лайки. И мы продолжаем играть в Little Nightmare на PlayStation 4. О, да, детка. О, да. Да, еще раз огромнейшая вам благодарность за то, что нас поддерживаете. Мы очень... любим вас. Да. Обожаем просто. И сейчас джойстик в моих руках, и я буду двигать. Да, этот эпизод играет Анюта. Как мы говорили в самом первом видео, по очереди проходим. Меня пугают звуки, которые тут звучат. Я абсолютно не вижу, что там происходит слишком далеко. Кажется, на небе два солнца, или мне кажется? У нас, кстати, появилось новое слово. Мы пересматривали видео, когда выкладывали. Жипитаться. Чисто придуманное нами в процессе прохождения Little Nightmare. Угу. Так что жипитаемся дальше. Жипитаемся по лестнице наверх. Все-таки, но не зря я говорил, что идет какая-то качка. Теперь вот, мы пожалуйста. Можем прыгать. Очень красиво сделано, наверное, на цель. Да. Аля. И, наверное, наверх. Я туда иду. Сколько ребят загружается на корабль? С другого корабля. Классная графика. Да, очень красивая игра. Несмотря на то, что она как бы выполнена в двухмерном, ну, как двухмерный платформер, но все фоны 3D и выглядит, стоит отметить, замечательнейшую работу художников, аниматоров, естественно, и программистов, в общем, вся команда потрудилась потрясно. И музыка, музыкальное сопровождение тоже шикарное. Но картинка, правильные ракурсы камеры, все очень кинематографично, все так сделано, хочется узнать скорее, что нас ждет дальше. Угу. Что-то они все какие-то такие, ну не худенькие ребята. Угу, колобочки. Но они получаются каннибалы, людоеды. О, стрёмные ребята. Едят маленьких, худеньких детишек. Которые тоже голодают и там... Едят крыс и чё попадёт им там. Какой ужас. Это, наверное, следующая глава, потому что долгая загрузка. Да, наверное, какой-то большой эпизод подгружается, а это неплохо. Хоть я и не люблю, конечно же, подгрузки, как и загрузки, как, я думаю, любой геймер, потому что приходится ждать, но иногда можно в этот момент перевести дух. Вот, но я считаю, что в 2017 году такая тема, как загрузки, должна была себя давно исчерпать, и игры должны быть сплошняком сделаны, как фильмы, но... Иногда загрузка дает возможность передохнуть, так что тут можно во всем найти позитив. Вот, а что касается людоедов и нашу главную героиню, да. Ее зовут Лоррейн. Лоррейн? Ну, мы придумали. А, мы вчера ее назвали, да. Ой, а вон, кстати, лянь, какая китаянка. Вначале на заставке она была. Mm-hmm. Мы, по-моему, разбиваем такие сосуды. На нее похоже. С игрушками. Оу, это какой-то японский ресторанчик. Квадрат. А! Нет, да. Так, тихо. Там я ребята. Я просто уже забыла, что делать. И крестиком прыгать. Квадрат разбегаться. Это я тебе напоминаю, просто чтоб не было таких моментов. Сейчас будет. Да я вижу, что такие моменты уже были даже. Ладно, мне так интересно, что будет дальше. Анюта, ER2 удерживает, да. Да и я смотрю, запомнила. Ага. Все четенько.
потерял я мысль то, что, о том, что я хотел рассказать этих людоедов. Ну и ладно. Что у нас там? Ничего интересного. Перекусим дверь. Это опять какая-то кухня, опять какие-то кошмары. Это японский ресторанчик, да? Mm-hmm. Сейчас у нас тут будет шеф-повар. Сушист. Будет готовить людей. Серьезно? Какой ужас. А нормально там мяско парень подъел. Ой-ой-ой. Давай-давай. Что происходит, боже мой? Да, они, конечно, мяско полюбляют, но живую плоть, видимо, полюбляют побольше. Я смотрю, эти ребята... Даже похлеще, чем предыдущие монстры. Чем повар и повар сразу, и длиннорук. Они сразу в рот пихают. А ты могла там убежать 5 раз, просто почему-то этого не сделала. За ним передвигаются еле-еле, посмотри. Кабанчиком передвигается. Давай-давай, прыгай, крест, шиф. Еее! Просто по этим не беги, по бутылкам толкай. Ой-ой-ой. На стол, по тарелкам. На стул. Серьезно? Ну, по всей видимости, ты единственный, да, выход. Давай. А, не видишь. Какие-то. И за люстру. Вау. Да, они, конечно, стрёмные. Их, наверное, специально тоже откармливают для каких-то целей. Да, эти ребята страшные, капец. Я тут бегу еле-еле. Оп, можно за грибочком туда забежать. А, надо отодвинуть. Ну, там можно было и на стол, конечно. Давай с грибом пообнимаемся тут. Иди сюда, скучал. Я смотрю, он сушит носки тут. На какой-то трубе. Сушить ему, конечно, на этой трубе придется долго, потому что носок постоянно намокает. Опять на стол? По всей видимости, да. И куда что? Потом, наверное, налево пробежать, мимо ножей. Скорее всего, или есть вот какую-то кастрюлю. Не, по столу, давай же, кормить, не подходи. Ой-ой-ой. О, боже мой. Он прям руку засунул, урод. Да ты видел его рожу. Симпатяшка, чё-то. А, и вот здесь по коробкам наверх нужно будет, потом в конце стола. Подлил вино и дальше жрает. Так, наверное, не туда. Надо просто было удерживать. Я удерживаю. Тогда, не знаю, может быть, не туда. Может быть, я просто плохо прыгаю. Нет, все замечательно, но они жутко, глянь. Но у них он что-то пихает в рот, а со столами на столе меньше уже не становится. Да? Ага. Может быть, на кастрюлю тогда попробуем забраться. Я все-таки туда. У меня не получается. Ну ничего, бывает. Ты попробуешь запрыгнуть. Пожалуйста, помоги. Давай, давай, давай. Итак, ну ты чуть главное удерживаешь. Мне просто страшно.
Так, ну давай попробуй я тебе разочек. За эту сосиску, кстати, схватиться нельзя. Что просто у меня получится, если у тебя не получилось. Ты как-то уже несколько раз попробовал, а я... И тем более, я боюсь, что я и добежать могу не добежать. Видишь? А, вот это вот троица, которая тут треугольник, очень сложно пробежать. Под конец, да? Mm-hmm. Ну да, тут руку так сильно выкидывает. Просто есть особенность, но надо просто знать, куда прыгнуть в конце и на какое расстояние бежать. То есть они не затягивают сами руками. Иногда. Так, ну как бы куда все? Ну вроде туда. Там куда, то ж наверх. О! Наконец-то, победа. Преодолели мы это расстояние. Не преодолимо. О, это какой-то столик, видишь, типа подают. Нам на него, наверное? Нет. Ага. Только в какую сторону наклонять аналог, чтобы она назад прыгнула. Почему она не кушает? Ага. А то обычно голодная. А потом у нее живот болит. Так, передаю контроллер Анне. Анютке. А я буду бежать. Эти парни меня пугают. Ну, оно так рассчитано, я уверен, чтобы они пугали. На меня они тоже не самые теплые чувства у меня при их виде. Серьезно? Полез, полез. Он не один, еще и барышня там тоже. Прыгай, прыгай, цепляйся. Я цеплялась. Я хотела эпично, у меня не получилось просто. Да, эпично у тебя получилось. Эпик фейл получился. Все, все отлично. Но ничего. Повторение мать учения. Сейчас все будет. Анюта, кстати, неплохо рубит. Да, конечно. Но могла бы и получить. Померла тут раз уже, наверное, 50. Пока бежала. Да нет, кто считает, они всего 5 раз. Надо было просто не останавливаться, прыгать и в конце shift зажимать. Все бы было эпик, только не фейл. Может, все-таки ты будешь играть? Нет, будешь ты играть. Ну, в смысле, давай, просто соберись, тряпка. Все получится. Давай, все-таки я помогу. Это, Анюта, у тебя нервы сдают просто от напряженных. Ты же прошла, блин, все зелья. Для тебя вообще это не челлендж. Там тоже были страшные мысли. Ну вот и я о том же. Нет, нет, нет!
Достал рукою, представляете? Какая неудача. Интересно, под конец будет количество смертей? Да, ну я тебе так даже скажу, раз 20, ну, погибли, ну что? Это небольшая цифра. Да ну что ты делаешь? Ну, тяжело как-то попасть вот прям в этот, в эту дырку. Вот тут... Не знаю, с чем связано, непонятно. То есть под конец она просто, ну, видимо, камера так немножко повернута. Она, получается, двигается на протяжении всего бега, и тогда, как бы, получается бежать нормально. А под конец она останавливается и начинает делать поворот. И вот когда она делает поворот, тогда тяжело сориентироваться, как наклонить аналог. Да ну ладно! Капец. Начинает мне это уже надоедать. И что это было? Это был Invisible Walls, невидимые стены. Ура! Наконец-то мы смогли выбраться из этой столовки. Ой-ой-ой, кто-то едет на лифте. Куда? Некуда прятаться. Это повар, о боже мой. А, он нас тут найдет. Я думал, он нас не увидит. Там просто кукла стоит наверху, и я думал, что можно ее, ну, ее как-то можно, конечно, подобрать. Но пока непонятно, где можно тут от повара как бы спрятаться. Может быть, рубильник нам быть и рубильник. Вот, в сундучке можно, или под раковиной. Что, в туалет забежал? Срочно нужно было в туалет. Что-то он какой-то нервный. Ага. Ладно. Выползем. Он, верно, там нас поджидает за дверью. Открыть нельзя. Ну, наверное, только на ручку. Если повиснуть, получится открыть. Оу! Да ты верно мыслишь. Эй! Ну! Ты хотела утопиться? Да. Я хотела на туалет залезть. Я просто не знаю... До ручки она не допрыгнет, тут нету больше вещей, которые подтянуть можно туда. Господи. Ну тут тоже нет смысла напрыгать на унитазе, потому что там нет выхода. Тут два варианта, либо вот тут ну, вот этот ведро, которое выпало, его либо к ручке тащить, либо в зеркало бросать. Испугалась, чтобы тот дятел не прибежал. О, какие-то листики. Боль. Ну и где? Это кто-то там подглядывал с той стороны за посетителями туалета, что ли? Точно. Ну, он наблюдал, мне кажется, страшные картины тут. Все эти пацики ходят, они так выглядят, как же они ужасно ходят в туалет. Ну, так, все. Ужасно выглядят. То ли
это вообще по ощущению тоже эпично. Ну как вполне, у них там повар не церемонится с куском, видимо, так... мяса. Я же осторожно пыталась. Я включила свет, чтобы видеть эту трубку. Я просто туалетная бумага, не обращай на меня внимания. Красиво разбилось стекло. Угу. И эта девочка бесстрашна по нём как-то... Ну она ж в капюшоне, ничего и бояться. Тут слишком много опасности для маленькой девчонки. Слишком страшно. Просто на каждом шагу какие-нибудь монстряги. Там кто-то сопит. Видимо, это спальный район. По вот этим нельзя наверх лезть решеткам? Нельзя. Ой-ой-ой-ой-ой. Это что, у них там секс-вечеринка была? Конечно, с геншами. Или между собой, почему бы нет? Между собой, чек-то. Я вот видела. Ну да. Искрится. Ран. Они что, такие холодные? Нет, я понимаю, девчонка тут еще какой-то. Ой-ой. Черт возьми, что происходит? Давай, давай, беги! И прыгай на сиденье крепко. Ну, конечно же. Попробуем еще разок, только на этот раз попробую пробежать ям. Мне это не получилось с первого раза. Ну, никто не ожидал просто, что будет такая эпичная у нас тут ситуация. Тут еще начнется что-нибудь. Поспокойнее. А-а-а. Голодовка у нас тут началась. Серьезно, она не могла поесть вот там вот тут. Вот почему? Может, тоже с людей там еда. Но на самом деле там был чесночок, можно было хоть чесночка напихать там в желудок. Тем что-то. Более после того, как она съела крысу. Чесночок бы как раз был, кстати, да?
Угу. О, сосиску отдай. Грибочек. А тут она ест спокойно. Что? Так. Капец. Ну как она могла? Тут же ж была эта долбаная сосиска. Вот это никто из нас не ожидал вообще. Если вы ожидали, друзья, напишите нам об этом. Но мы с Анютой просто с отвисшими челюстями сидим. Съесть грибочеловека этого. Ой-ой-ой-ой-ой. Что ж за девочка такая? Голодная. Голодные женщины очень страшны, знаешь. Не знаю. Тут какой-то глаз. Глаз-алмаз. Да, как она так съела гриб, я прям, ну... Серьезно, неужели? Она ж их так обнимала, и они с ней дружили, и тут такой... Жесткий момент. Why? У меня один вопрос. Why? За что? О, боже мой. Что-то выйдет, я лучше вот тут вот посижу где-то. Нет? Ну, слава богу. Новую осторожность не помешает. Дрожит сильно. Контроллер. Вибрирует контроллер. Ну да. Так оно ж так и задумывается, чтобы почувствовать всю боль. Всю боль, которую переживает главная героиня игры. Это верно, какая-нибудь комнатушка для гейш. Картины, конечно, у них жуткие. А он. Музыка. Сейчас тут будет какой-нибудь эпик. Ну. Обалденная локация, ужасные картины на стене, бой часов и вот это вот напев. Что, она как-то устала? Серьезно? Еще если долго бежать, она устает? Ну, по лестнице, а кто б не устал? Ой-ой-ой-ой-ой. Двери можно открыть шифонерой? Нет, а вон она поет возле зеркала. А двери шифонерой нельзя? Попробуй. Нет. А лезть по вот этим посложенным белью. Есть такая функция. Да, возможность есть, но есть ли смысл? Насмерть. Как, конечно, она там. Не выжила. Сломала хребет. Аккуратно, аккуратно. Да, зеркало разбито, это ее не стесняет. У нее, кстати, стоит статуэтка на... У нее сердце бьется. На этом, и как называется эта штука. Как страшно. Интересно, что этот монстр из себя представляет. Вроде такая женщина неплохая. Да она тут самая злобная, скорее всего. Она ж самый первый приснилась этой девчонке. Сейчас тут что-то будет. Я под кроватью пройдусь. Буду бить вазы. Наверное, ключ в вазе. Как думаешь? Ты была права. Тихо, тихо, тихо. И тут она. Ну и где она там идет? Примолкла. Она не идет, она тебя уже ждет там возле ключа. Ну иди за ключом.
Нет, 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 беги! Ты что, меня напугал? Вот картошка. Вот это было здорово. Анька дернулась так с перепуга. Ты, ну, джойстик не выронил. Я тебя убью. Куда мне ховаться? В следующий раз выроню джойстик и убью. Ой-ой. Тебя. Ну, вазу будем бить? Какие вазы? На которой на сейчас. Зеркале. Вложи ключ возле стула тут где-нибудь. Она, видишь, где-то нас, наверное, ниже поджидает. Представь, наверное, как это ее разозлит. Разозлило, что это ее разбили статуэтку. Сейчас она там выйдет, где-нибудь спряталась за дверью. Боже мой, мне так страшно. Она же точно где-то там, вон там. Она уже точно там. За картиной. Вот, кажись, на той картине не было повешено ничего. Или может вот туда идти не надо? Серьезно. О! Это я даже перепугался. Надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Run. Run, Анюта, run. Я run. Давай, давай. И не останавливайся, наверное, потому что я сомневаюсь, что ее остановит эта стена. Это тут ее владение. 100%. Мне кажется, что она призрак какой-то. Дикий. Из звонка. Полтергейст. Тут она где-то притаилась. А вон она стоит, смотри, он, наверное, на голове там. Ну, конечно. И куда бежать? Не знаю. Может быть, надо туда, к табуретке? Ну, конечно, надо к той табуретке бежать. Прыгать куда-нибудь. Прыгай. Прыгай, что ж ты делаешь? Это глаз. Да пока что нет 100% уверенности, что нужно на стол. Надо, наверное, побегать все-таки по комнате. Ты думаешь? Ну, да, я уверен. Прыгаем. Бегаем. Иду, иду. Вот наш выход. Какое-то зеркало или что это лежит? Мне кажется, теперь мы как-то, может быть, можем ее типа напугать. А, все зеркала разбиты, а это целое, да? Ну да. Она, наверное, боится зеркал. Или зеркала разбиваются, когда она в них смотрит. Вон она стоит, смотри, ждет тебя. Чё, к ней идем? Ну да, да. Исчезла. Только теперь надо дергаться. Смотри, смотри, нет, стой, нас. Подумай быстрее. Я встаю. Да, я понял. И беги на свет, ищи свет. Потому что по-другому, видимо, ее не это самое. Надо, чтобы отражалось в зеркале. Обалденно. Где свет, где свет? В центре комнаты. Сейчас она тут где-нибудь вылезет. Там, там, там. Обалденный противник. И прям с ней у нас прям сражение происходит. Круто. Кричать.
светить свет вот теперь на одном месте. Ага. Ой-ой-ой, разбилось зеркало. Что делать? Что делать? Тихо-тихо-тихо. Не по кнопкам не клацай пока что. Давай посмотрим, что. Ну, наверное, мы ее победили, я думаю. Ой-ой-ой, и она встает, да? Ага, у нас голод. Иди ее ешь. Съешь ее. Будем ее есть. 100%. Девочка наша оказалась самым злобным монстром, поэтому их держат заперти и едят, по всей видимости. Мы, конечно, уже ожидали, но все равно это жуть. Да, то, что девочка не поедает. Смотри, что-то происходит с ней. Этих монстров, это... Ну, я не ожидал изначально вообще, что девочка окажется настолько... Она поворачивается. Хочешь сжечь зажигалку? Неужели это финал? Такой девочка сейчас выберется наружу и вообще всем кранты. Всем кранты! Обалдеть! У меня просто мурашки по коже. У меня счастье, что я играю этот крутой момент. Да, этот эпизод. Они-то довольны, видите? Конечно, хотелось и мне, но мы договорились по эпизоду. И Анюте на очередь. Мне тоже очень хочется, честно говоря, вот тут было пройтись. Прям такие, ну, когда никто на момент. Тебя не нападает. О, грибочки, которых она не съела. Может, за ними вернусь надо? Она ушла. Конец. Да, вот такой вот финал, друзья. Неожиданно, неожиданно. Вы знаете, какой момент? До конца непонятно. Тут авторы заставляют нас додумать, хорошая ли была эта девочка, то есть насколько она была хорошая или насколько она была плоха, потому что ладно съесть персонажа... Крысу, грибочка. Допустим, съесть там крысу, это как бы, ну, ничего из ряда вон выходящего. Но съесть грибочек, который... бы она их обнимала, и они убегали, то есть, да, они как бы тоже эти грибочки бегали, ну, если это грибочки, для нас это грибочки, как говорится, видит мир каждый по-своему, вот, и то, что, конечно, вместо сосиски она захавала гриб, этот, человека-гриб,
ничего. Вот, а что касается, конечно, последней этой барышни, но она как бы заправляла тут банкетом, по всей видимости. Mm-hmm. То есть, скорее всего, ее и нужно было съесть. Не знаю, сколько в игре концовок. Может быть, не одна, надо этот момент уточнить. Мы первый раз играем уже, который раз я повторяюсь, и мы под огромнейшим впечатлением. Если вы тоже, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Для вас играли Андрей Броскей. И Анюта. И Анюта, да. И этот эпизод именно играла Анюта, и было здорово. Вот, в конце, когда по лестнице ты поднималась, ты сама держала аналог вперед, да, чтобы она, ну, то есть она не сама шла, да? Ну да. Ну вот интересно, может быть, Анюта предлагала вернуться назад за грибочками, но мне кажется, она бы их поела. Они такие посмотрели, ну, в спину, что она уходит. А там уже было в самом конце. Она... Неожиданный, действительно, финал. Но самое интересное, что для Little Nightmares еще должно выйти несколько дополнений. По-моему, два уже доступно. Мы, по возможности, их, конечно же, поиграем и запишем. Что хотела сказать, возможно, в этих дополнениях больше открывается... Информация. Да, больше сюжета, больше информации. За что? О происходящем. Ну, а так в целом игра, конечно, потрясная. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока-пока.